Всем привет! Находимся в лесу. Здесь проходили торфоразработки. Вот за теми деревьями есть болото и добывали торф. Неподалеку проходила узкоколейка. Ехали совсем в другое место. Здесь в лесу есть старое урочище. Хотели туда добраться, но влил дождь дорогой. Дорогу разбило и пришлось оттуда выезжать. Ну, попробуем поискать металл здесь. И у нас первый сигнал. Сейчас посмотрим, что это. Опа, что-то есть. Это железнодорожная подкладка. Это опять подкладка. Как я уже сказал, неподалеку проходила узкоколейка. Накладка нормально. Вообще похоже трак. Угу, точно.
Такой трак попался. Нормально. И опять что-то есть. Похоже на кладка. Ага. И это опять похоже рельса. Рельса, наверное, короткая, коротышка. Ага, точно. Рельса короткая. Это не рельса. Какая-то пластина. Вот такая вот штука. Вроде как это шпалы. Выкопал топор. Какая-то сцепка. Непонятно от чего такая тяжеленькая. Тут лежит, похоже, рельса, но, наверное, не длинная. И там дальше был сигнал, копнул. Что-то вроде колеса. Сейчас попробуем все это выкопать. Лежит глубоко. Сейчас будем копать. Что-то это непонятное. Похоже, не рельса. Ну или может рельса. Из двух частей какая-то стрелка. Не пойму никак. Сейчас посмотрим. Еще надо обкопать. Точно, это стрелка. Нормально. Он уже показалось. Видно, что это стрелка. Опа. Вот и. Вот это отлично. Тяжелая. Нормальный такой металл пошел. А там еще какой-то типа вроде колеса что-то. Сейчас посмотрим. Закопали за собой яму. Сейчас примемся выкапывать вторую находку. Ну вот, вторая находка. Лежит что-то вроде колеса, но похоже это не колесо. Блин, находка похоже нелегкая. Отлично. Такой металл стучит.
Земля здесь мягкая, копается хорошо. Фу, прокопал уже яму. Блин, лежит на глубине. Вроде как шевельнулось. Что-то небольшое похоже. Придется еще обкопать. Ага, шевелится. По-моему, это какой-то все-таки каточек. Но, наверное, не цельный, сломанный. Точно. Нормальный какое-то колесо. Нормально. Накладка, это что-то крупнее гораздо, не знаю, сейчас посмотрим. Вот какой-то болт торчит, пластина. Как-то она не хочет выкапываться. Так, ладно, сейчас чуть-чуть обкопаем. Это что-то хорошее, наверное. Копать не пойму. Так. Ух ты! Фига, она как сидит вообще даже. И не дергается. Блин, надо обкапывать. Уходит. Похоже, здесь закругление. Точно уходит вот в эту сторону.
Ты ее хорошо держит. Куда-то она уходит. Блин, не пойму, что это такое. Вот такая вырисовывается картина. Пластина, две резьбы каких-то. Возможно, вот так между собой крепилась вот этой пластиной перемыкающей. Скорее всего, внизу такая же пластина, но не знаю. Крутится, но сидит пока еще туго. Никак не вылазит. Вот эту вот. Возможно, такая же пластина держит там в земле это все. Всю эту конструкцию. Ладно, сейчас немного прокопаем и посмотрим. Наверное, оставим все это дело. Сейчас яму обратно закопаем. Непонятно. Дальше идет какое-то дерево. Что-то вроде шпал. Копать вообще неудобно. Это надо все это дело котлован обкапывать. Все крутится, вертится. Но что-то держит. Тут идут какие-то бревна. Возможно, там еще какой-то металл. Что-то стучит. Вот такие четыре штыря. И я даже не могу предположить, что это было. Возможно, кто-то знает и подскажет, стоит это дело все копать или нет. Если, конечно, там какое-то грандиозное железо еще есть, то мы приедем как-нибудь и выкопаем все это дело. Кто знает, подскажите, что это. У нас опять сигнал, и я вижу, это накладка. Нормальная такая, тяжеленькая. И опять накладка. Маленькая такая, но тяжелая. Отлично, я уже копнул. Возможно, вал какой-то или труба, может, не знаю. Сейчас посмотрим. Похоже, вал тяжелый. Ух ты, точно, металл цельный, такой тяжеленький. На улице уже вечереет, приехали, к сожалению, сюда поздно, где-то в обед, наверное. Но в ближайшее время мы обязательно приедем еще на эту поляну и походим здесь еще, попробуем накопать металл. Ну вот такой вот, друзья, у нас получился итог. Металл тяжелый, я думаю, килограмм 200 здесь есть. А то, может, и побольше. Вот такие валы тяжелые. Железнодорожный металл тяжелый. Накладки такие, стрелка. Ну, нормально. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, друзья. До новых встреч.